2 сентября в Зарайском центральном парке культуры и отдыха при центре «Досуга Победа» состоялось памятное мероприятие, посвященное дню окончания Второй мировой войны. Это дань памяти соотечественникам, проявившим самоотверженность, героизм, преданность своей родине и своему народу во времена Второй мировой войны. К собравшимся обратились глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и председатель Совета депутатов городского округа Елена Белкина. К подножию памятника герою-земляку, маршалу Советского Союза, герою Советского Союза Кириллу Афанасьевичу Мерецкову были возложены венки и живые цветы. В этот же день представители общественности и неравнодушные горожане собрались в сквере имени Виктора Николаевича Леонова, где также почтили память военнослужащих земляков минутой молчания и возложили цветы и венок к памятнику дважды герою Советского Союза Виктора Николаевича Леонова. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.